А вот в Норфолке на востоке Англии прошел чемпионат мира по бегу среди улиток. В небольшой деревушке за звание самой быстрой улитки на круглом белом столе соревновались 150 участников. Им предстояло выбраться за линию самого маленького круга в центре столешницы и преодолеть расстояние до красной черты. Владельцы улиток ответственно подходят к подготовке спортсменов и держат их на особой диете. Зеленые листья и вода. Среди этих бегунов много чемпионов прошлых лет. Но победителем на этот раз стала улитка-новичок по кличке Уэллс. Она преодолела дистанцию за 3 минуты и 19 секунд. Мировой рекорд – 2 минуты. В качестве приза победителю и счастливому обладателю самой быстрой улитки досталась кружка с листьями салата и звание чемпиона мира.